Добрый день, подписчики и не случайные гости моего канала. Ну что, опять у меня здесь несчастье, можно сказать, да, в гараже. Ну, здесь вот не особо видно. Ну вот, вот здесь видно. Роются здесь у меня крысы. Вот. И мало того, что роются, ну, у нас сейчас сентябрь. Середине сентября. То есть крысы пришли опять в гараж. Мало того, что они роются здесь, вот еще тоже след. Вот такого вот здесь они разрывают все. У меня еще и подкапы и поилка, никак я все не доеду до магазина, не привезут. Заменить подкапы и поилку у меня вот отсюда, сверху. И вот здесь они в этой сырости роются. Я сначала не мог понять, что такое случилось. Вот, в общем, крысы у меня завелись в гараже. Вот. Я сначала пришел, начал кормить, не заметил, как бы потом вот, ну, я показывать не буду. В общем, здесь в этой клетке. Вот, видно здесь. У меня деревянные полы. Вот, и там у меня были крольчата. Они уже глаза открыли, уже бегали. Ну все, добегались они, в общем. Сажали их крыса. Там вот пару черепушек осталось застрявших. Ну, показывать я их не буду. Вот, как бы за... Извиняюсь за, как бы, такое... В общем, так вот это... Все завалено, да, ну... Рабочий такой процесс. В общем, грязноват у меня в гараже, да, тут как бы я ничего не говорю, извиняюсь, конечно, за такое. Вот, и в общем, раз они у меня уже напали на крольчат, съели выводы крольчат, я решил, ну, ловушки тоже, опять-таки, в том году я пробовал, ну, как-то экспериментировать, жалко, боюсь, сейчас как бы еще что не случилось, кого-нибудь еще не скушали. Вот, я в том году-то мне спасла крысиная смерть. Вот, я вот сейчас вот, ну, тоже вот здесь только бочки их рассыплю, раскидаю. Ну, в принципе, давай сейчас раскидаю, покажу. Ну вот, накидал я этих крысиную смерть, вообще, на брикетики. Ну, там еще у меня даже вот видно такой старый, остался след еще, как лежал, то есть вот не съели его. Я в том году тоже здесь бросал. Вот, и вообще они крысы приходили, отлично кушали. И... также отлично умирали, но по крайней мере в гараже у меня пропадали они. Я в том году, по-моему, две, по-моему, нашел только всего в гараже у себя. Сосед тоже парочку, говорит, выкинул. Вот. Ну, в общем, вот так вот я оставляю. Сейчас тут чуть-чуть докормлю их. Вот. И пускай они у меня здесь питаются. Вот. Будем надеяться, что крысиная смерть меня в этот раз тоже спасет. Потому что ловушку мне ставить некогда, у меня она вот, в принципе, стоит. Вот она, эта ловушка, которая в том году пользовался, бочка. Вот. Ну нет, мне временные эксперименты. Вот, тоже сейчас совсем запариваюсь. Вот, поэтому просто поставлю, сейчас вот раскидал, получается, эту крысиную смерть. Ну и через недельку я приеду. На следующей неделе приеду, посмотрю, эффект какой у нас будет, не будет. Вот, надеюсь, все они это приедят, ну и будем надеяться, что больше моих крольчат они не будут обижать. Потому что сейчас у меня тоже готовится рожать несколько крольчих. Но будем надеяться, все будет хорошо. Вот. Ну ладно, все, в общем, тут особо я даже как сначала думал не снимать, но не знаю. Надеюсь, будет эффект, и я вам там в этот ролик вставлю, вот как сейчас через недельку приду, посмотрю. И то есть сейчас вот вы через несколько секунд увидите продолжение. Итак, друзья, прошло у нас чуть больше недели. Не смог я приехать, чуть приболел. Вот, не был здесь, получается, дней 10, наверное. Ну, посмотрел, вроде так, по идее, чуть осталось. В принципе, не голодали кролики. Но главное смотреть результат. Вот здесь газета у меня, да, валялась. И смотрите, что осталось от крысы. Это вот ее череп, я как понимаю. Смотрите, хвост там отслоился. Там то ли ее ели, что ли, я не пойму. Там на газетке улеглась. Вот. Это вот одна. И вторая, сейчас покажу. Ну, здесь... ну, так же, не знаю, рыли туда, не рыли больше. Вот я сначала не заметил. Здесь
тоже так же все у нас. Вот, кстати, приманку видите? Что-то осталось. Все подвысохло. Ну, тут как бы осталось буквально несколько пакетиков. Все растащили, съели. То есть крысиная смерть действует. И вот, вот он, зверек лежит, смотрите какой. Опять-таки, извиняюсь за бардак, но что есть, то есть. Показываю без прикрас, как оно есть у меня. Вот. Самого, конечно, поднадоел бы беспорядок, но все никак руки не доходит совершенно. Сейчас вот совсем закончится дачные дела, потому что все время, там, все выходные ездим в деревню, там тоже кроликов надо подзабить всех. Никак я не могу все сделать, поэтому тут тоже дела никакие не делаются. Надеюсь, разберусь. Ну, в общем, вот, видите, крыса огромная просто лежит. И это вот как бы две я вот увидел, да, вот, то есть она у меня в пределах видимости в моем гараже. Болею еще до сих пор. То есть я не сомневаюсь, то есть наверняка тут где-то еще они валяются, потому что у меня там в гараже-то завал страшный. Вот. Ну, пока-то у меня сейчас малышей больше нету еще пока. Как бы сложно судить, есть крысы, нет. Ну вот смысл в том, что крысиная смерть действует. То есть вот, пожалуйста, пачку кинул и все. И вот они сразу результаты. Вот. Так что всем советую. Пользуйтесь крысиной смертью. Эффективный способ. Ну что, вот, собственно говоря, все надо что еще говорить. Крысиная смерть. Рулит, можно сказать. Вот. Просто, без всяких ловушек и эффективно. Не знаю, как насчет стопроцентного результата, но результат налицо. Результат налицо. Сейчас будут малыши, посмотрим, будут ли как-то крысы пытаться их достать или некому их уже достать. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.